Ладу Гранту получили три жителя Хакасии от фонда социального страхования. Сотрудникам, пострадавшим на производстве, заменили старые автомобили на новые. Процедуру покупку транспортного средства, замену или компенсации в размере стоимости автомобиля фонд проводит с начала 2000-х. Положена такая поддержка тому, кто получил серьезные травмы на рабочем месте, но не потерял право на вождение. Дмитрий Иванович сегодня объезжает уже третий автомобиль, и хотя травму, которая лишила мужчину ноги, он получил в ДТП, отказаться от вождения не смог. Продолжает колесить по Хакасии, совсем не против отечественного авто. Первое было АК, потом Гранту, Ладу дали, и вот это третье уже. Современная машина, не сравнить с АКой. Ну, тут и стеклоподъемники есть, ну, коробка автоматическая, не надо, включил и все. С 2000 года отделением фонда обеспечены 91 получатель 171 автомобилем. Некоторые граждане получили автомобили по два и по три раза. Автомобиль заменяется один раз в 7 лет. При этом предыдущие, назовем так, автомобили остаются в собственности владельцев.